Друзья, всем привет! С вами канал Spinning Only. И сегодня я вам расскажу, как быстро сделать щучиный поводок из толстого флюорокарбона. Я использую 0,55 мм флюорокарбон. Ловить мы им будем таким поводком щуку на тяжелый жиг и большие джиговые приманки. Также можно использовать такой поводок для воблеров. Для этого нам понадобится сантиметров 30 флюорокарбона. Откусываем. Застежечка нам понадобится и безузловочка. С одного края мы привязываем застежку. Продеваем флюорокарбон. Делаем два оборота. Раз, два. И третий раз пропускаем обратно. И затягиваем это дело. Я пользуюсь зубами. Затяну. Так вот. Вот таким образом. Вот, затянуто. Теперь мы откусываем, но не до самого края, оставляем 4 мм флюорокарбона. Вот таким образом. Для чего я это сделал? Сейчас мы зажигалкой сделаем как бы шляпку, которая не даст выскользнуть флюорокарбону из узла. Вот так вот. Все. Теперь он уже не развяжется. Так, еще затяну крепко. Это, так можно сказать, такая шляпка не даст флюорокарбону развязаться узлу нашему и будет хорошо держаться. То есть не нужны обжимные трубочки, вот все просто, быстро и легко. И с другой стороны делаем так же. Вот наша безузловка, продеваем. Делаем 2-3 оборота. Раз, два и обратно. Затягиваем. Вот так вот затянули. Такой вот получается узелочек. Откусываем часть, оставляем. Теперь аккуратно его опаливаем. Делаем шляпку. Оп, все. И вот наш поводочек готов. Чтобы он выровнялся, его достаточно взять за два конца и просто так вот несколько раз потянуть. И он становится ровный, идеальный. Вот такой поводок. Все очень просто и быстро. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.